Во Владимирской области проходит 4-дневный командно-штабные учения МЧС. На второй день спасатели отработали алгоритм взаимодействия всех сил реагирования при ликвидации последствий гидродинамической аварии. Эти мероприятия отрабатываются 26 апреля по всей стране. Согласно легенде учений, произошло резкое и значительное повышение уровня воды в одной из рек региона. Условное водохранилище стало переполняться, существенно повысилась нагрузка на конструкцию плотины. В итоге гидротехническое сооружение разрушилось, а хлынувшая из плотины вода затопила окружающую местность. В зоне затопления якобы оказались 3 населенных пункта, 788 жилых домов. Значительный урон был нанесен системам жизнеобеспечения населения, а также инфраструктуре. Оценив обстановку, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли ряд решений по реагированию и устранению последствий. В учениях приняли участие спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники полиции, представители администрации, работники скорой помощи. В ходе отработки сценария были эвакуированы жители затопленных домов. Условно пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь.